Всем привет! Сегодня приготовим ягодный смузи. У меня сегодня малина, можно взять любую ягоду. Также понадобится мягкий сыр или творожок, йогурт и в качестве подсластителя у меня мед, но можно использовать фруктозу или сахар. Также я добавлю немножко мяты. В чашу блендера высыпаю ягоды, добавлю десертную ложку меда, у меня ягод 150 граммов. Подсластитель, конечно, нужно взять по своему вкусу. Добавлю 100 грамм творожка, у меня свежий хороший творожок обезжиренный, и 150 миллилитров йогурта. Это все хорошо перебью блендером. Добавлю листики мяты, это по желанию, и хорошо все перебью в однородную массу. Здесь у меня получается две порции. Для его приготовления я взяла, еще раз повторю, 150 миллилитров йогурта, 150 грамм ягод малины, 100 граммов у меня творожок, можно взять любой мягкий сыр, тоже будет очень вкусно. И вот такой вот красивый смузи, питательный, ароматный у меня получается. Сверху можно также добавить еще ягодки и листики, мяты или бергамота. Можно использовать вместо мяты бергамот, тоже очень хорошо получается. Попробуйте, приготовьте такое вкусное лакомство. Надеюсь, он вам тоже понравится. В качестве подсластителя вместо меда можете использовать сахар или же любой сахарозаменитель. Можно фруктозу. А я на этом с вами сегодня прощаюсь. До новой встречи. Спасибо, что вы готовите вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал. Пишите отзывы. Ставьте лайки.